организации движения местных, молодежных. Это нас попросили организировать часть Коломны, которая 10-я. Ну вот, и мы поддерживаем все движение, потому что все, что случается на Молдане, там, то же самое Ливии, то же самое Украине, это не по-человечески. А как вы считаете, Майдан в России возможен? Невозможен, потому что я считаю, что Россия это единая страна. Русский дух, поэтому пробить нельзя. Я здесь, потому что я поддерживаю движение против Майдана, потому что я против кровопролития в любом участке земли, и потому что я за будущее, спокойную жизнь, за счастье, за спокойную жизнь детей. Вот в основном за это. А как вы считаете, Майдан в России возможен? Я думаю, что нет. Если все, кто сюда пришли, выражают против и выражают свое желание против Майдана, не хотят его, отдают его тем, кто его организовал, я думаю, он невозможен. Во всяком случае, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы он здесь не случился. Есть люди, которые хотели бы организовать Майдан в России. Кто они? Этого я не знаю. Это вопросы спецслужб. Я думаю, что они начеку, и они знают всех тех людей, которые хотели бы этого. Думаю, что они сработают на ура. Здесь не против Майдана, это я так думаю. Знаете, болезнь легче провести профилактику, чем лечить. Вот это будем говорить профилактика. Чтобы понимали, что здесь этого не нужно делать, нужно работать. Нужно трудиться, нужно улучшать, если это хочется улучшить свою страну, но без экстремальных мер, как это было на Майдане. Вот и все. Есть люди в России, которые хотели бы организовать Майдан? Я думаю, что есть, конечно. Ну, на мой взгляд, это так называемая пятая колонна. Я считаю, что это Навальный, я считаю, что это Ходорковский. Я говорю это открыто и прямо. И хочу им сказать, что это у них не пройдет. Ребята, у вас это не пройдет. Мы за антимайдан, чтобы Майдана больше не было ни в одной стране мира. А в России возможен Майдан, как вы считаете? Одну секундочку. Я считаю, что нет. Невозможно. Невозможно. А почему тогда митинг проводится? Мы в поддержку Украины поддерживаем. Донбасса, Луганска. А как вы считаете, у России есть враги? Врагов у нас очень много. Но мы очень стойкие, сплоченный народ. Я не допустим ни антимайдана, ни Майдана, ничего не допустим. А кто враги России? Америка. Ну и страны Европы, которые Америке потыкают. Хотя зависит от нас. А внутри страны? Внутри страны, я думаю, сейчас очень большая сплоченность. Украина нас сплотила. И нет разногласий, ничего. Как никогда страна сплотилась год назад. Я гражданин России и не хочу, чтобы у нас повторилось то, что совершилось на Украине. Вот по этой причине я здесь. Антимайдан. А против какого Майдана? Против Майдана на Украине или, возможно, у Майдана в России? Нет, ну того я и против Майдана на Украине, конечно, потому что мне это не безразлично. И против того, чтобы здесь совершилось подобное. Майдан в России возможен, как вы считаете? Уже невозможно. Уже невозможно. Они опоздали. Пятая колонна опоздала. Вместе мы Россия! Вместе мы Россия! Не забудем, не простим! Не забудем, не простим! Здесь нельзя!
не быть. Только тот, кто не любит Россию, только тот, кто не живет, а существует сегодня не здесь. А все, кто любит Россию, все, кто живут, все сегодня здесь. Нельзя быть против того, что произошло. Это невозможно. Весь мир сейчас будет перевернут из-за этого. Американцы, проклятые Ротшильды, Рокфеллеры, которым абсолютно не важно, для кого и что они делают. Важно сохранить свои зоны, важно сохранить свои деньги. Им абсолютно безразлично на людей. Они любую страну могут сейчас развернуть и уничтожить. Но мы не дадим. Путин, Россия, Прохоров, гражданская платформа и другие партии никогда этого не допустят. Скажите, а в России, внутри России есть ее враги, как вы считаете? Нет врагов внутри России. Враги внутри нас находятся. Это проклятые люди, которые находятся внутри, но мы не можем их считать врагами. Они слишком слабые. Враг – это тот, который сильный, тот, который тебе равен. А тот, который тебе не равен, это как собака, просто которая лает, моська лает на слона, но ничего сделать не может. Россия! Мы здесь, чтобы не повторялись Майданы. Мы против Майдана. Мы сегодня чтим память тех безвинно убиенных на Украине. Мы здесь, чтобы цветные революции не экспортировались империи смерти США во все другие страны, чтобы они не вмешивались во внутренние дела нашего государства и других государств. Народ должен сегодня отстаивать свою независимость. С внешними врагами мы справимся. Когда внешний враг, он видит, ты идешь и побеждаешь. Всегда сложнее с внутренними врагами, потому что они конспирируются. Они до определенного времени ведут себя непонятно как. И поэтому сегодня мы способны, наша страна, не только победить внешних врагов, не только победить внутренних врагов, но и внешних врагов. Потому что, как уже президент сказал, наш военный потенциал не может ни одна страна в мире превосходить. Ну и народ у нас, который победил фашизм в мире, и народ победительница. И когда нужно, народ встанет и защитит свою страну. А такого народа, как в русского великого народа, нет в мире. Народ Украины и народ России – это единый народ. И я уверен, что пройдет не очень много времени, поймут об этом во всей Украине и во всей России. Но самое главное, что есть разные мнения, это точки зрения каждого человека, и мы должны к ним прислушиваться. Поэтому впереди у нас президент России Владимир Владимирович Путин. Против Майдана, против террора, против Майдана. За Путина, за Кадырова, Рамзана. Против. В России есть враги. Да, конечно, есть много даже. Но никогда они России никак не будут. Враг номер один. Враг номер один Майдан. Враг номер один Америка. Майдан не пройдет. Майдану не бывать. Майдан не пройдет. И никто Российской Федерации диктовать не будет. Скажите, почему вы здесь на марш? Чтобы мир был во всем мире, чтобы мы жили спокойно все, и никто никого не обижал. Скажите, почему вы здесь? Потому что мне не безразлична судьба нашей
страны. Надо делать все, что в наших силах, чтобы предотвратить эту войну, насилие. Вот, для этого мы здесь собрались вместе, чтобы больше такого не повторялось. А что символизируют ваши костюмы? А? Ваши костюмы. Почему такие костюмы? Мы решили, что всем раненым и пострадавшим как бы тоже помогают там сейчас. И, не знаю, решили придумать такие костюмы. Вот. От тела Майдана? Я за Россию, за Путина и против антимайдана, против войны. Против Майдана, наверное? Да, против Майдана. А против какого Майдана вы? Украинского. А в России возможен Майдан, как вы считаете? Нет, у нас Майдан не пройдет. А почему вы тогда пришли сюда на митинг с названием антимайдан? Так я и хочу, чтобы у нас в России не было антимайданов. Как вы считаете, у России есть враги? У России? Да сколько угодно. А кто? Америка. А внутри? Так, а кто у нас внутри? У нас внутри нет, наверное, врагов. Мы вышли, чтобы сказать, Майдан не пройдет в Российской Федерации, студенчество не допустит, сфера образования встанет за защиту и наших студентов, и детей, и страны в целом. Год назад Майдан вспыхнул в центре Киева и столько бед натворил, столько разрушений, трагедий, смертей. Нам нельзя допустить. Мы должны сплотиться вокруг России, вокруг Путина, вокруг линии за защиту русского мира. И сегодня мы манифестуем и говорим, что Майдан не пройдет. Я против Майдана в России. Любая революция вела за собой хаос, расчленение страны. И, конечно, я не хочу ужасной судьбы для своей страны. Мы за последние 15 лет сделали большой рывок и в экономике, и в образовании, и по очень многим позициям. Доход населения увеличился, и я хочу, чтобы наша страна продолжала развиваться такими же темпами, несмотря на давление извне. Вообще Майдан в России возможен, как вы считаете? Я считаю, что нет. А почему тогда столько людей вышло на акцию антимайдан? Это против киевского Майдана? Нет, это не против киевского Майдана. Это народ показывает, что Майдан в России невозможен. Именно такой акции высказывает свое мнение, что Майдан в России невозможен. Как вы считаете, у нашей страны есть враги? Ну, у нашей страны всегда были, не то что враги, всегда были те страны, которые невыгодно, чтобы наша страна поднималась и была сильной. А внутри страны? Вы же сами все знаете, что есть движения, которые спонсируются извне, за границей, чтобы дестабилизировать обстановку внутри России. Конечно, есть определенные организации. Россия! Признай! Здесь, потому что я сама с Донбасса, я за мир на Донбассе, я за Россию, я за Новороссию. Новороссию надо признавать. Люди там все герои. Новороссия герой, Донбасс герой. Вот поэтому я здесь. Я за мир во всем мире. Я против майданов всяких разных. Вы считаете, почему Россия до сих пор не признала Новороссию? Я не очень в политике разбираюсь, но я думаю, что все будет хорошо. Новороссия будет с Россией. Мы русские. Слава Новороссии, слава Донбассу, слава России.
пожалуйста, почему вы здесь? Потому что я против войны. И потому что я считаю, что Россия — это единственная страна, если она сохранит православную веру, которая может сохранить мир вообще везде. Я здесь для того, чтобы поддержать внешнюю политику Владимира Владимировича Путина, поддержать Россию, чтобы показать, что есть люди, которые, несмотря на ухудшение жизни, связанные с санкциями, готовы терпеть и готовы его поддерживать. Вы считаете, Майдан в России возможен? Я считаю, что если будет ухудшение жизни, очень серьезно, то найдутся политики, люди, которые будут пытаться вывести людей на площади. Поэтому мы хотим показать, что это неправильно, что нужно в этой тяжелой ситуации надо терпеть ради высоких идей. Врагами в России являются коррупционеры, для которых Россия — это просто место, где добывают деньги, которые прячут на Западе. И чем слабее Россия, тем больше могут они денег украсть на Западе. Поэтому укрепление России при Путине — это удар по этим ворам, которые грабят Россию. А почему у вас этот плакат Ходорковский, организатор Майдана? А потому что Майдан на Украине — это то же самое происки, что олигархов, союз олигархов России, Америки и Европы на этом ночи. Это просто одна шайка. Смотря на вас, смотря в ваши глаза, и не за сколько нас, я понимаю, в России.